Межмуниципальное управление Орехово-Зуевское приняло на работу новобранцев, выпускников институтов МВД. Торжественная церемония посвящения в полицейские прошла в городе Орехово-Зуево. 12 человек, все они 5 лет готовились стать полицейскими, поэтому день посвящения стал для каждого волнительным. Прием на службу вел начальник управления Александр Пашковец в присутствии родителей новобранцев и их будущих коллег. 11 человек – выпускники Московского университета МВД, один прибыл из Нижегородской академии, 2 девушки и 10 парней. Теперь пополнит ряды криминалистов, следователей, сотрудников уголовного розыска, отдела по борьбе с экономическими преступлениями и отдела по делам несовершеннолетних. Вместе с памяткой полицейского уже бывшим выпускникам выдали приказ о назначении карточку «Разрешение на ношение огнестрельного оружия».